Boah, gleich. Лёлик, это не мячик. А что это? Это знаешь что? Подожди! Ну как это не мячик? Подожди! Но. Ну вот возьми. Возьму. Ну, ему надо. Если он круглый, как этот круглый, значит он мячик. Нет, это знаешь что? Это глобус. Глобус, да. Вообще, ну, называют глобус, это земля. Наша земля. Ну вот, вот. Подожди, Жорик, ты что-то путаешь. Что? Смотри. Мы прилетели с нашей планеты Клоунандия. Да. А насколько я знаю, наша планета Клоунандия, вот она такая вот... Да. Тю! Да. Она такая плоская. Да. Она лежит, наша планета, на трех... Держится на трех слонах. Да. Таких больших, могучих, таких... Им тяжело так... Вот. А эти три слона стоят на большой-большой черепахе. Вот. А эта черепаха, она плавает. Да-да-да. Вот. А это не наша. Это планета Земля. Представляешь, это планета Земля. Вот смотри, иди сюда. Подожди, это та самая, на которой мы поселились? Да, смотри, где же даже мы находимся. Вот я тебе покажу. Вот, подожди, вот мы идем. А что она такая маленькая? Она просто уменьшенная во много раз. Вообще она круглая, точно такая, как шарик. Представляешь? А, так она не такая, как наша планета, получается? Нет, не такая. Вот это да, ребята, ваша планета оказывается круглая. Да, а хочешь... А что такое глобус? Глобус, это вот... Такая штука называют ученый глобус, но вообще это Земля. Это же модель Земли, планеты Земля, только уменьшенная. Много-много раз. Миллионы раз, вот, да. Вот существует солнышко, да? Солнышко? Солнышко. Да, ну солнышко такое, вот такое. Такое тепленько, но я тебе скажу. Оно не то, что тепленько, оно горячее. Вообще горячее. Вы знаете, какое солнышко теплое, да? Вы любите греться под солнышком? Я люблю. И я тоже. Ну смотри, какой секрет хочу рассказать. Расскажи. Земля крутится вокруг солнца. Вот смотри, ты солнышко, а Земля... Ой, подожди, а что-то я солнышко. Ну потому что я держу в руках Землю. Ну ладно, хорошо, подожди. Если я солнышко, ребята, я солнышко. Давай, как солнышко, улыбайся, как солнышко. Свети, как солнышко. Вот так. Я солнышко, я грею. А Земля вот так вот вокруг крутится, солнышко сама крутится, и еще вокруг солнышка вот так крутится. Видали? Представляешь? Это получается, вот я солнышко, да. А это планета Земля, да. И покажи-ка еще раз, как она крутится. Вот так. Вообще, я тебе скажу по секрету, все планеты вокруг Солнца крутятся. И крутятся по своей оси. Да. Вот так. Ну вообще вот так все вокруг. Представляете, ребята, планеты крутятся вокруг Солнца и крутятся еще вокруг своей оси. Да. То есть они как бы два раза крутятся. Два раза крутятся. Как это мы вообще не закрутились, а? Вот это да. Но она просто медленно крутится, поэтому... Мы не закрутились. Если бы она вот так вот крутилась, вот так, мы бы уже вот так... Спасибо тебе большое, Жорик! Да. Теперь мы с ребятами знаем, что такое глобус! Да, ребята, вы знаете, что такое глобус? Знаете? Давайте еще раз повторим. Давайте. Вот, глобус это уменьшенная модель вашей планеты. Во много раз. Ну, может быть, миллион раз. Да. Вот, и планета Земля, она находится где? В нашей космосе. Да. И она крутится вокруг солнышка и вокруг своей оси. Да. Два раза крутится. А я сегодня солнышком. Да, ты сегодня. А я землей. Так, знаешь что, давай, может, уже посмотрим мультик. То, что уже, мы уже все узнали, надо уже мультик. Будем смотреть мультфильм. А то я что-то прямо засыпаю. Ой, пошли смотреть. Все, я держу вот так землю. Садись, смотри. О! Ух ты. О! О,
Что-то я уже закружился. Ой-ой-ой. Ой, это пусть... что-то спать захотелось. Да. А это знаешь почему? Стоп, стоп, стоп. Потому что планета два раза крутит. Наверное. Да, так и так крутится. Ой, ой.